На этот раз, друзья, мы с вами отправимся отсюда, из библиотеки в Мессиафе. И перед тем, как мы поедем с вами в другой город, у нас есть выбор, потому что наши цели находятся в разных городах, зайдем на этот задний дворик. Как видим, это некий райский сад и красивые женщины. И причем их здесь достаточно много. Окей. Давайте осматривать. О, можно забрать флаг. Это флаг из Мессиафа. Давайте также спустимся вниз, посмотрим на обстановку в этом месте. Так, там река, горы, наверняка чистый воздух. И посмотрите, еще один флаг. Ну все, в принципе, хватит. Давайте теперь выходить потихонечку во двор. Да, здесь, кстати говоря, более-менее нормальная трава, потому что в других локациях травы очень мало. Ну вот. Выбрались из этого райского сада. И посмотрите, нас кто-то уже ждет. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Какие глупые ученики. Ну, давайте покажем. Что требуется сделать? А, выйти из захвата. Ну, наконец-то мне... Великолепно. Дали этот прием. Нам придется повторить это несколько раз, и тогда мы с вами, вы считаете, закончим работа, эту тренировку и сможем продолжить. Ну, давай, давай, давай. Схвати меня. Ученики, мы должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Посмотрите, какой догадливый. Ну что ж, бежим вперед. Так, посмотрите, у нас есть возможность быстрого перемещения. Ну давайте по порядку тогда начнем из Дамаска и отправимся сразу в бюро. И давайте теперь побеседуем насчет нашей следующей цели. Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абуэль Нукот. А, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И все же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Если ты закончил, я собрал всю нужную информацию. Как ты быстр, и что же ты узнал? Абуэль Нуквот прогнил до самых потрохов, и поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выделенные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас он устраивает роскошный праздник, желает похвастаться богатством. Когда праздник начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой. Про тебя говорят, что ты всегда все портишь. Но только не я. Нет. Я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Бюро в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Перемотка на более поздний участок памяти. Давайте подытожим. Наша цель по имени Абуэль-Нуквот. И место, где нам потребуется его убить, будет наполнено, наверное, через края весельем. Так что повеселимся вместе с Нуквотом. Так, сколько там? 160 метров остается. Будем с вами преодолевать это расстояние по крышам. Кстати говоря, у нас появились ножи. Давайте посмотрим, как они работают. Ну, как видно, все очень просто. Остается 4 ножа. Да, кстати говоря, надо бы более экономно к этому вопросу подходить, потому что, ну, чтобы их найти... Я имею в виду новые ножи. Нужно, конечно, попотеть.
Так, вот он, дворец. Судя по всему, это как раз место, где укрывается вот этот Абу Аль-Нуквот. И нам нужно будет проникнуть на территорию этого дворца. Опять же, лучше это сделать, если мы останемся незамеченными. Так, обратите внимание, еще один стрелок, даже не один. Их здесь полным-полно. Ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как... Ой, кого-то я там напугал. Так, ну посмотрим сбоку. Кажется, есть вариант. Да, и причем неплохой вариант. Отлично. Ну и все, считайте, мы с вами прибыли на праздник. Так, куда пройти требуется, все понятно. Заходим. Будем гостем. Очередные женщины из райского сада. Добро пожаловать. Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы. Отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий — страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость — эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значит они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Вот так. Траванули вино. Все помирают, везде стоят лучники. Ну что, мы будем с вами искать
какой-нибудь хитрый способ подхода к нашей цели. Так, подтянулись. Вот так. И все. Ну, практически дело сделано. В меня, правда, там кто-то стреляет, но это без толку. Попробуем подняться здесь. И весьма вероятно, что я удрал. Так, переключимся на клинок. Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах-ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. О, как здорово! Ну что, в атаку! Отлично! Так, кто-нибудь еще? Ну, пока желающих нет. Так, один моментик. Что здесь? Так, смотрим, смотрим. Блин, там чертов отряд. Давайте попробуем снова забраться также наверх. Как мы это сделали буквально за минуту до убийства нашей цели. Поднимаемся, поднимаемся. Так, посмотрим отсюда, какие опции есть. А есть, между прочим, замечательные опции. Сейчас понаблюдаем, как он ходит. Так, один, второй. Смотрите, еще и третий есть. Ну что, рискнем? Нет, мне кажется, поздно. Ждем, 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 ждем. Давай. Иди куда-нибудь. Гнусный неверный! Да, не получилось, но... Фиксим. Хотел как лучше, получилось как всегда. Убирайся. Тоже не получается. Ну, ладно. Еще. Вот и все. Так, а теперь сваливаем. У нас расстояние 200 метров. Ну, ничего себе. Это очень даже прилично. Тебе конец. Кто-то опять увидел. Да пофигу. Вокруг нас смотрит, ждет. Так, просто пробегаем даже мимо него. Пускай даже он нас заметит. О, да. 100 метров остается. Но это лучше, чем спускаться вниз. Согласитесь. Блин, а здесь что, тупик, что ли? Непонятно. Хотя нет. Вроде лазейка есть, можно прошмыгнуть. 60 метров. И мы с вами по крыше бежим. Вы видите, что мои слова подтверждаются. То, что это самый безопасный путь. На крыше помолился. И все, подозрения улетучились. До меня дошли вести о твоем успехе, Альтаир. Царство страха Абу-Аль-Нуквода закончено. Рад слышать это.
Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не убедил тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Перемотка на более поздний участок памяти. Увидишь, тебя отрубят руки. Есть. Это было четвертое убийство. Ну и отправляемся в Масиаф за разъяснениями от Аль-Муалима. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Подойди, Альтаир. Поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает. Хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать. Задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. Ну и разумеется, не только власти, но и жизни. Получаем способности. Балансировка и уклонение. Мастерство меча. И можно потренироваться во дворе. Этой возможностью я сразу воспользуюсь, друзья. И мы отправляемся в следующий город. Я не помню, это Акра будет или Иерусалим. По-моему, Акра. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Ну, а почему нет? Так, что здесь будет за прием? А, чтобы уклониться от атаки. Так. Великолепно. Давай, 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 атакуй. Работа мастера. Еще. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Секу тебе голову. Здесь и сейчас. Понимаю, у тебя много дел. Сфокусируйтесь на цели! Все, побежали. Здесь также можно будет воспользоваться быстрым перемещением. Отправляемся в Акру, друзья.